Вітаємо вас в ізоляції, перепрошуємо за затримку. Сьогодні арт-середу буде створювати художниця Аліна Якубенко, вона покаже свої відеороботи. Також хотіли б вам нагадати, що у нас в п'ятницю буде теж артісток перформерки з Літвої Скайдри. І якщо у вас є бажання, в суботу вона буде проводити такий невеликий семінар-терапію для людей, які відчувають травму щодо переселення або військових подій. Участь безкоштовна з 2-ї години. Ось, передаю мікрофон Аліні. За этот заказ я получила... Здравствуйте, меня зовут Алина Якубенко. Ой, сейчас, секундочку. Я медиахудожник, вот. Я решила воркшоп посвятить исключительно своим видеоработам, потому что мне кажется, что видео смотреть гораздо интереснее, нежели картинки там с какими-то комментариями. Вот. Возможно, часть работ уже видели. Некоторые новые, некоторые сделаны... в коллаборации с Ксенией Гнилицкой, а некоторые с группой «Передвиж». Вот если останется время, я покажу еще как бы, наш отдельный проект. Тут даже есть участники группы «Передвиж». Вот, может, кто-то видел блог, который я веду, который тоже называется «Передвиж», посвященный разным активностям нашей группы. Вот, начну с видеоработы «Как это было», которая посвящена быту и... попыткам выживания художника в Украине. Это серия интервью, которые я брала у художников, которые рассказывают, каким образом, как они выживают. Вот. Серия интервью про халтуры, как художники выполняют какие-то определенные заказы, идя на какие-то сделки с совестью или не с совестью, и как бы почему они на них идут, что это за заказы, как формируется рынок художественной продукции, вот, что на это влияет и как художник как бы, в нем существует. Вот, я брала интервью у художников, которые занимаются современным искусством, не просто у художников, которые там, в принципе, халтурой занимаются, а у художников, которые как бы прочерчивают грань между тем, что они называют искусством, и то, что они называют халтурой. И когда они явно как бы знают, что они делают что-то, что нельзя называть искусством, вот. И то, что они не подписывают и продают, выдавая за произведение искусства. Я у художников задавала такие вопросы, как бы, как это было, то есть где вы нашли заказ, кто был заказчиком, что это был за заказ, и как бы, что вы после этого, сколько вы заработали и что вы после этого чувствовали. Можно начинать? За этот заказ я получила 3000 гривен. Сколько не хватает? Мне надо было разукрасить собаку гипсом. Это садовая скульптура. Звука не хватает. Меня как художника посоветовал мой друг, заказчица. Вот, и мы договорились об этой сумме. Это, конечно же, не художественный продукт, но меня заставили подписать. То есть продавать как авторскую работу. Года, вот я как раз заканчивал аспирантуру, третий год учебы был, и мой знакомый предложил мне сделать заказ. Он владелец, то есть он директор кооператива гаражного, и он говорит, вот раз ты как раз художник, а мне нужен художник. Вот мы покрасили все там около 200, да, 260 гаражей в серый цвет дверей. И он мне предложил набить на них, ну, то есть такая просьба, от которой я не мог отказаться, в общем, то есть, друзья, и набить номерки, ну, конечно же, за деньги, на эти красным цветом на серой двери. Вот, получилось за это, предложил он мне 500 гривен. Я подумал, что эти номерки я сделаю буквально за дня два. Это было лето, в принципе, делать не было особо нечего. Но так получилось, что делал я это больше 10 дней. И даже мне папа помогал, когда он был в Киеве. То есть через несколько дней, когда я получил зарплату... А, в тот же день, когда я получил зарплату, у меня было день рождения, и мы как бы их и
тот же день и потратили все вместе с друзьями. Вот такая история. Мой друг, тоже художник, Максим, он подкинул такой заказ сделать свадебную фотографию, двойной портрет. Ну, все полагается, в ЖЭКе сфотканный портрет на фоне красных штор с цветами в обнимку. В общем, красивая пара такого сельского типа. Так как я давно не писал совместные такие портреты с фотографией, ну а деньги нужны были, так я решил за него взяться. Вот. И говорит, вот фотография, пиши. Фотография такого размера, наверное, там чуть меньше А4. Вот, они там в полный рост. Получается, что там портреты их не в размер фотографии, что на паспорте. В общем, там даже не видно цвета глаз на этих фотографиях было. Вот. И так надо было очень быстро сделать, я даже не распечатывал. Где-то на ксероксе не увеличил эти портреты, вот чтобы это писать. Думаю, ладно, фиг с ним, так как-нибудь напишу. Вот. Ну, ужасная фотография ЖЭКа, вообще никакого вдохновения, не хочется вообще писать. Этот портрет я долго-долго оттягивал время, когда уже осталось там 2-3 дня до сдачи, такой уже через силу решил это быстренько написать аля прима. В общем, во время описания этого портрета я понял, что цвет глаз непонятен. Пришлось сделать какой-то цвет глаз фузы, там серо-зеленый, непонятного какого-то цвета, чтобы, в принципе, проканало. Вот. И сырую буквально в раму, и в сырую отвозим заказчику. Они, конечно, там не очень понравились моменты там мастихином, блики там на носу, на лбу. Мы переубедили, что так надо. Это живописная техника. Вот. Говорят, в конце концов, вот вам деньги, а где фотография? Я такой, да фотография, она там вся в масле, там, вся, я уже не знаю, где эта фотография, уже сложно, наверное, в 4 раза эту фотографию. Уверен, что она вам нужна, мол. Они такие, да, конечно, нужна, нам нужна фотография, верните обязательно. Я такой, так и что, может, я вообще выкину? Я говорю, я не помню. Не, вы что, срочно фотографию надо вернуть, потому что это ж пороблено на зеркалах, что там такие, там, фотография, там, треба. Я такой понял, что очень суеверная как бы парочка, и надо срочно вернуть эту фотографию. Ну, пришлось им перерыть, наверное, пол мастерской, не говоря уже о мусорке. Вот. Нашла работу в интернете, декоратор фотостудии. Заказ работы 3 на 3 метра, 2000 гривен. Я согласилась. Ок, думаю, ладно, нормально. Сделала несколько работ, и оказалось, что это была стоимость не всех, ну, то есть не одной работы, а всей работы целиком. То есть они планировали, что я за 1,5 месяца оформлю всю фотостудию 50 квадратных метров. Я это не уточнила, потому что подумала, что приличные ребята понимают, сколько стоит 3 на 3 метра. Оказалось, нет. К тому же вдобавок у них, как выяснилось, произошла ситуация с прорабом, который упер деньги, и это был один прораб, а потом еще появился второй, который тоже упер деньги. И в итоге мне заплатили 1500 гривен за 3 работы крупные. Вот. И я, можно сказать, что я, как бы, я, разумеется, очень обиделась, но в то же время для меня такой опыт. Ну, суть заказа – это свадебный портрет, на котором, ну, на картине должны были изображены молодожены, вот, на фоне, ну, в окружении различных предметов. Одна группа предметов – это вещи, которые каким-либо образом связаны с их воспоминаниями, там, о их несчастливых там, моментах, минутах, проведенной вместе жизни. Материальные там, блага, там, предметы быта, вот, вплоть до транспорта, ну, там, как бы, автомобили, там, джипы. Вот. Где-то на заднем плане там, по-моему, какая-то яхта, что-то такое. Вот. Как бы все должно было их окружать.
И при том, что было требование, чтобы каждый привет был конкретный. Если это машина, то это конкретной марки машина, там, даже конкретного цвета. Вот. Если это там у них чемодан в руке, то это вот, вот определенный чемодан, который действительно вот у них есть. Вторая группа приметов – это мечты, в общем, материальных благ, бытовой техники и прочих вот, признаков достатка. Дима как-то начал вот, что-то пытаться делать, рисовать. Получалось не очень. Вот, совместными усилиями призвал меня. И мы кое-как за... все слепили, скомпоновали. Но если Дима вообще как бы нету художественного образования, то я хоть куда-то ходил на курсы, что-то там сдавал экзамены в академии, там композицию чуть-чуть понимал. Ну, в общем, кое-как мы это все склеили. Вот, в виде карандашного, как бы, ну, такого просто рисунка на холсте. Потом стали как бы старательно закрашивать. Но опять-таки начал Дима, не справлялся, передал эстафету мне. Вот, получалось все, ну, как бы, ужасно. Ну, как бы, с эстетической точки зрения, ну, просто безобразно, потому что, ну... Ну, исходные как бы фотографии вот этих вот отдельных мест, там, предметов, каких-то деталей, они все были очень плохого качества. Они были с разной стороны, ну, естественно, освещены. То есть нужно было просто все как бы придумывать с головы. Ну, сам заказ, по сути, как бы дурацкий и абсурдный, и нелепый. Вот, и, естественно, никакого желания нету, вдохновения нету. Но делать надо. Вот. И, ну, с горем пополам... В общем, мы как-то все это написали по очереди, вот, было противно, неприятно, как бы мучились, но как-то все это сделали. Когда дошло дело до лиц, лица начал писать Дима, вот, кое-как сделал, лица по колориту совершенно не вписывались в окружение, потому что как бы окружение писал я, там у меня был свой там какой-то колорит, Дима лица там как-то, как он мог сделать, это все совсем как бы не лепилось в одно в другое, вот. Я пришел на помощь, стал переписывать лица, вот, бабку тоже, в общем, я тоже не как бы фиаско, вот, призвали как бы Виту тоже, художник, вот. Вита тоже мучилась с этими портретами, сделала их слишком такими краснолицами, вот, как раки вареные, как бы, ну, вроде было так получше, показали тебе заказчику одно лицо, уже было хорошее, второе нужно было еще переписывать, по итогу я уже, получается, четвертым слоем переписывал портрет мужчины. Вот. Краска нагромождалась, лица, повторяюсь, маленькие очень. Ну, а там приближался день свадьбы, я так понимаю, или что-то в этом роде. Ну, и мы как бы сильно переживали, что что-то после этого будет, после этого портрета. Какой-то скандал или какие-то... Вот. Мы потом долго удивлялись, портрет был принят. Как бы деньги заплачены, вот, и я так понимаю, что, то есть мы как бы гадали, как бы в чем же, где же тот момент самый, почему это все как бы слепилось и состоялось, то ли люди, ну, такие добрые и как бы решили взять то, что есть, то ли, ну, совершенно лишены какого-либо вкуса, вот, и были, в принципе, довольны этим, я не знаю. Меня нашел заказчик с помощью знакомых, которые очень увлеклись московским патриархатом. И это был их знакомый священник, который приехал из Рима и решил откопать церковь, которая стояла на месте напротив променада центра. Он хотел строить храм и решил продвигать это современными методами и попросил меня сделать логотип для церкви. Он даже сказал, что можно делать сувениры с этим логотипом, и это будет, цитирую, «Прости, Господи, бренд». Ну, конечно, я это сделала за очень маленькие деньги, но у меня совсем не было денег в тот момент. И, ну, на самом деле, это было даже весело, я рассказывала это всем друзьям. И эта фраза надолго
фраза «Прости, Господи, бренд надолго стал крылатый». Я не помню ни одной истории, чтобы заказчик выходил напрямую. То есть это либо через посредников, либо просто меня друзья приглашали. Лично просто у меня не было таких историй, чтобы я искал заказчика. То есть, чтобы я стремился там, знаешь, расписать ресторан. В основном мне предлагают, хочешь, типа, распиши. Ну давай. А было еще, кстати, тоже с того же разряда. Это было давно. Но делали мы Библии, типа для Януковича, для вот этой верхушки. Тоже такой заказ. Библия полностью в ручной работе. Представь себе. Они покупали пергамент в Англии. Пергамент. Помню, что один листик пергамента, вот где-то чуть больше четвертого формата, стоил тогда 2000 гривен. Это были хорошие деньги на то время, 2000 гривен. И я расписывал, делал иллюстрацию и получал тоже около 2000. То есть я где-то 4-5 дней делал, получал тоже. Ну, то есть моя работа оценивалась в сумме одного листика. То есть вот так вот. И там все такое мелкое-мелкое, я перо, знаешь, вот эти советские перья, типа. Я его точил еще на наждачке, получалась линия, как волосочек, и там были все эти ангелочки, так, где-то самые маленькие, там 5-7 миллиметров, вот так головы вот такие были. Так, такая мелкотня. Так что вот такое. И самое главное, что я забыл сказать, из всего этого заказа. Получалось так, что каждый художник, что меня очень удивило вообще, даже расстроило, каждый художник делал определенную часть работы. То есть я делал иллюстрации, кто-то писал шрифты. В итоге все это сводилось в одну книгу. И когда я увидел эту книгу, я подумал, блядь, вот это жлобство. Короче, потому что в конце вышла полная фигня из-за того, что кто там уже собирал, я не знаю. Получилось... очень много неточностей, разные отступы везде. Ну, если кто-то реально посмотрел по верстке, как это сделано, то есть они же его обрезали все, понимаешь, торцевали в конце по краям. И это сделано очень неграмотно. Там виляет туда-сюда, так смотришь на отдельный листик красиво, а когда ты начинаешь в целом смотреть, ты понимаешь, это полный капец в итоге. Куча потраченных денег. Короче, очень дорогие получались Библии. В общем, когда я была беременна своим первым ребенком, я Нестором, я в женской консультации на меня как-то плохо со мной себя вели, кричали на меня. Я много плакала, и гормональное состояние мое, наверное, еще было шаткое. Но, тем не менее, меня очень травмировало походы в поликлинику. И я решила, ну, когда была беременна своим вторым ребенком, Феликсом, решила, что я, чтобы минимализировать стресс, и поскольку денег у меня не было наличных, чтобы как-то и дарить какие-то подарки, я не умею какие-то предпочтения угадать человека, какие он любит конфеты, или пьет ли он алкоголь, и какой. Для меня это было слишком сложно. Я решила подарить цветок. Возможно, отношение ко мне не улучшилось, но я испытывала какое-то внутреннее право высиживать все свое время приема у врача спокойно. Диагностировал УЗИ один специалист мне, знакомый, и я ему тоже подарила картину, но не в официальном как бы ключе, а скорее просто как знак приязни. И также я подарила одну картину в детскую поликлинику, чтобы моему сыну быстрее сделали документы для поступления в садик. Я стала рисовать цветы, и
отдавать их за разные услуги или как подарок на день рождения другу. Нарисованный цветок, который не завянет, и он, его можно использовать долго. Я нарисовала от 25 до 30, наверное, разных цветов, разных размеров. Я давала врачам картины таким, как гинеколог женский в женской консультации, педиатр детский, радиолог в роддоме. Это была монументальная роспись, монументально-декоративная. Ко мне подошла моя подружка, одногруппница, говорит такая, зимой, в январе, не, когда это был декабрь месяц, говорит, Егор, ты можешь зимой сделать роспись? Я такой. Короче, мне звонит заказчица и говорит, ты знаешь такую художницу Яоми Кусаму? Я такой, сейчас узнаю. Говорит, вот у нее там есть, получается, тема, у нее кружочки. Вот кружочки у нее темы, и там такие, есть такая бренд Louis Vuitton. И получается, там в Японии, в Нью-Йорке огромные магазины Louis Vuitton, короче, вот этими кружочками захерачены полностью. Говорит, вот мы хотим, чтобы там... И присылают мне домик такой. Домик три стороны, короче, три стеночки. Говорит, этот домик надо хернуть под Яоми Кусаму. Говорю, зимой. Зимой. Говорю, понятно. Ну, в общем, ищем, получается, ищу краску, краска, чтобы не замерзала до минус 20. Нахожу, короче, краску для какой-то там хренов завод где-то в Украине выпускает краску, короче, для подводных лодок. Какая-то там, какая-то такая алхимия какая-то клятая, там нахожу какое-то представительство. Ну, короче, это отдельная тема, короче, нашел краску, начали херачить. Параллельно там, блин, эти дизайнеры с ними пока нарисовали эти все кружки. Ну, в общем, получается, дача Суркисов – это ихняя котельня и гараж. И получается, три стеночки дачи Суркисов. Такое поместье, рядом кунсик стоит, там где-то кто-то еще валяется, понимаете? Там елочки, которые заворачивают уже зимой, потому что они летом горят, понимаете? Там какие-то елочки из Норвегии ебучие. Вот, и получается... Ну, как бы все нормально, но в какой-то момент я понимаю, что я не успеваю, и мне кажется, что меня убьют, если я не успею. Ну, в общем, сдал объект. Я нашел заказ через одну знакомую галеристку. Она предложила нарисовать эскизы портретов. И это был что-то вроде как конкурса, не один я участвовал в этом конкурсе, и другие тоже художники, к которым она обратилась. Но в итоге заказчик выбрал меня для того, чтобы я сделал работу. Заказ заключался в том, что нужно было сделать подарочную колоду игральных карт на день рождения одному миллиардеру. Нужно было нарисовать всех топ-менеджеров этого концерна в этой карте, в этих картах, чтобы были все похожи, но в то же время, чтобы и были милые, даже если на фотографиях, которые мне предоставили, выглядели не очень мило. И заключалось в том, чтобы сделать максимально красивую, приятную колоду карт. Сам по себе подарок был очень странный, потому что в нем прослеживалась четкая иерархия. Кто король из топ-менеджеров, кто валет, кто семерка, восьмерка. Вот все карты, все цифры там, кроме шестерки, это все были портреты топ-менеджеров этого концерна. Не было только
на карте шестерка, чтобы никого не обидеть. Как-то осенним утром позвонила одна женщина, которая работала в то время в доме художника вахтером. И сказала, что тут вот пришли люди, им необходимо сделать в новую квартиру на новоселье заказ. Мы немного переговорили, я отправился к ней навстречу. Значит, при личном разговоре выяснилось, что этот заказ, его основная суть заключается в том, что так как они заказчики, это мужчина и женщина, они объединили свои усилия в ЗАГСе и въезжают в новую квартиру, им необходимо по фэншуй нарисовать картину, которая бы отображала и вещала новые свойства в их социальную ячейку, там, успеха и благодати, какой-то силы и тому подобное. Значит, суть заключалась в том, что необходимо было нарисовать картину, на которой изображены лев и львица. У них должны были быть голубые глаза, они должны были лежать на зеленой траве, и сзади них должны были быть облака и, ну, такое типа синее небо с облаками классное. Я, недолго думая, так как имел потребность в деньгах, согласился на этот заказ. Потом, конечно, немножко пожалел. Вот. Ну и как это часто бывает, заказ я взял, и срок сказал, который мне понадобится на исполнение этого заказа. Вот. И каждый день, когда этот срок шел, я думал, что вот еще типа целая куча дней впереди, я это все успею сделать, и откладывал, пока в последний момент нужно было уже там 2 дня до сдачи заказа. Вот. Необходимо было уже приступать. Это все в спешке. Я подготовил все, что мне нужно было. Значит, сел за исполнение этого заказа. И это превратилось просто в какой-то трэш. Во-первых, необходимо было найти исходные материалы. Львы и голубую и зеленую траву, и небо. И найдя эти штуки, я понял, что, ну, это просто не то, что некрасиво. Это очень-очень жестко само по себе выглядит в компоновке. Но рисовать стал. Рисовал, даже немножко выпил для того, чтобы это было все легче, интереснее мне смириться с тем, что я делаю. Вот. Но и придя к результату какому-то через сутки, я понял, что он меня не удовлетворяет. Ну, это типа мрачная картина получилась. Она веселая, но мрачная. Вот, очень мультяшная и такая дурацкая. Значит, как-то я попытался внутренне смириться с этим. А это была осень, и дождь на улице, и все остальное. Картина, естественно, не высохла, но мне ее нужно было сдавать. И я упаковал ее в какую-то коробку, там еле-еле скрепил ее. В общем, идя по улице к дому художника, чтобы отдать этот заказ, я случайно уронил ее. Ну, порывом ветра у меня выбило. Я уронил ее, она упала лицом в мокрую какую-то лужу. Вот. Я встрепенулся, испугался, у меня все внутри съежилось, и с одной стороны радость меня некая охватила, и даже такое сумрачное веселье от того, что мрачная работа таким образом значит, свою жизнь закончила. С другой стороны, конечно, я переживал о том, что у меня денег не будет, и я подведу заказчика. Я ее поднял, начал сдувать эти грязные капли, и трусить ее стал, какие-то осколки листиков, там, веточек вынимать из незастывшего масла. Масло не застыло, потому что я ее рисовал за день до того, как мне нужно было ее сдавать. В общем, кое-как я ее обтрусил какой-то веточкой, там где-то подретушировал смазанные части, принес в дом художника и очень подробно объяснил, что и как, что она там такая, все с ней хорошо, только она должна немного застыть. Вот. Внутри, конечно,
у меня была буря в плане того, что мрачная работа. Это действительно была халтура. Вот. И халтура такая, типа, которую вряд ли можно чем-то скрыть. Эта халтура отображала явно вот это вот существование, в котором пришлось находиться какое-то время, что из-за необходимости получить какие-то средства, чтобы купить макарон в магазине, мне нужно делать какую-то мрачную работу, которую я вообще не хочу делать. И я никогда бы за нее сам не взялся, если бы, ну, это был бы выбор свободный. Вот. И обреченность на исполнение таких халтур, она просто нивелирует какой-то праздник в душе. Вот. Сейчас покажу еще одну работу, сделанную с Ксенией Гнилицкой для проекта ДНД, который был в научной библиотеке, который называется «Тарелка на Лыбецкой», представлен. Вот, это одна из последних таких работ. Называется «Призрак коммунизма», рабочее название такое. Thank you.
Так, сразу покажу работу, которую мы сделали. А, нет, наверное. Еще одну с Ксенией Гнилицкой. Вот. На феминистическую тематику для выставки «Материнство», которая проходила в ЦВК в 2013 году. Вот, про жіночий труд. Называется «Life Games». Мне снимали все мои знакомые подруги. С этой же серии есть видеоработа. Это такой рекламный ролик, который я делала, находясь в микрорезиденции в Оршанске. Вот, мы
Резиденция располагалась на базе санатория для отдыха. И как во всех санаториях, есть комнаты отдыха, где все время идет телевизор и как бы какие-то там сериалы люди смотрят, стоя в очереди к врачу. И в день экспозиции я скачала несколько сериалов и внутрь них как бы записала рекламный ролик вот, Иршанска. Того, что можно было прорекламировать в Иршанске, где проходила эта резиденция. Когда любовь взаимна. Так. Ну, эту работу, наверное, все практически видели. Это флаг, который я пошила тоже на резиденции в Бирючем в 14-м, по-моему, году. Что-то очень тупит проигрыватель, не знаю. Мы через Select Time открывала. Еще две новые работы, которые, ну, как бы новые, старые, но которые только недавно демонтировались. Работы, которыми обращаюсь к теме живописи, потому что живописью у нас в стране почему-то заниматься стыдно. Вот, и она считается каким-то старым медиа, в отличие, например, от всего остального мира. И как бы, живописным быть живописцем быть стыдно. И в каком статусе находится у нас такое медиа, как живопись, вот, меня всегда интересовало. И две работы, которые я там посвятила вопросам живописи.
назад. В Шишаках, на проекте «Навеяно» — это призрак вышиванки, документация.
Уже показывать, не показывать, устали? Да, да. Это вот наша такая экспедиция. Тут даже есть участники Женя Моллер и Дана Брежнева нашей группы «Передвиж». И мы делаем некоторые такие активности несанкционированные. Вот одна из них. Мы ездили на раскопки, археологические раскопки памятников советского прошлого. В село Малые Тютьки на мусорник химических отходов. Это документация нашей экспедиции. Да, похоже на браслет наручный. Прибита мимбра она. Вот этой вот бетонной штуки. Как? Ну вот эта вот рука, смотри, она является частью этой вот бетонной хуйни. А бетонная хуйня это что? Знаешь, что такое? Я не знаю. Я думаю, что это частично каркас у него. Давайте визначимо, де в нього перед у ног, а де зад. Тулубом понятно. А де голова? І 50. Трошки фанатично. Ну там все ж немає сенсу купати, не встигли нічого не купати. Руку, да, кажу, руку знайшли, шукаємо хуя. Та ну, поки не стемніє. Thank you.
всего не откопаешь. В этой активности принимали участие Женя Моллер, Саша Долгий и Саша Курмас, ну и я. А вот вторая активность называлась «В пошуках глядача», и проходила она в поезде Киев-Мариуполь. Сейчас, где же этот ролик? И, конечно, он уже... Не знаю, возможно ли там было что-то прочитать на этом листочке. Возможно было или нет? А? Ну да, как бы прототип его был взят у глухонемых, которые носят, торгуют статуэтками. Вот, и в принципе там обычно пишется: «Извините, я глухой с детства, мне не нужна милостыня, мне нужно немножко средств на выживание». И мы с Сашей долгим переработали этот текст, там, «Извините, я рисую с детства, мне не нужна милостыня, мне нужен всего лишь зритель». Как бы. Если у вас есть время, как бы, пожалуйста, посмотрите наши работы, там у вас доброе сердце, спасибо. Вот такой приблизительный текст был. И участниками этой акции, ребята, которые ходили по поезде, была Алевтина Кахидзе, Саша Курмас нас снимал, Саша Долгий тоже как бы разносил картинки, но еще там ряд художников, которые дали их, как бы, свои работы для того, чтобы мы их поносили. Вот Алевтине Кахидзе даже дали 20 гривен на краски. Вот, ну, мне кажется, все, по-моему. А? А, самое... такой короткий ролик. Рабочий колхозник. Слав Курорт. Тоже для выставки ДНД был сделан.
да? Думаю, что все. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы... Нет, мне было интересно просто, почему художники идут на какие-то халтуры, почему они их выполняют и как они к ним относятся. Потому что очень часто художник выдает халтуру заказчику как произведение искусства, и заказчик ее покупает как произведение искусства. Но художник знает, что это не произведение. Как бы. Но между художником и заказчиком часто стоит еще посредник, который набавляет цену, или как бы, какой-то известный галерист, который тоже знает, что это халтура, но независимо от этого как бы, продает это как произведение искусства. И таким образом формирует общественный вкус, как бы влияет на него. И общественный вкус влияет на художника. То есть это такой порочный круг, в котором находится художник, который как бы, жалуется на жизнь, то, что не занимается искусством, занимается халтурами, но сам непосредственно прикладывает к этому руку. Ну, я думаю, что в первую очередь тут художник сам по себе, а? Ну, что значит не нужна? Ну, как бы на самом деле халтура — это ну, отражение каких-то запросов рынка. И а? Люди разные, да. Ну, тут же вопрос к художнику, как бы, почему он выдает халтуру за искусство. Тут не вопрос к покупателю. Как бы вопрос скорее к художнику, почему он к ней относится. Ну, не то чтобы изменяет себе. То есть часто художник на халтуре не подписывается своим именем. Он как бы осознает, что да, здесь я где-то скривил душой, я это продал, как бы сказал, что это искусство, но на самом деле я от этого отрекусь, и желательно я никому об этом не расскажу. Поэтому эти все ролики анонимные. Потому что художники редко говорят, что они к этому там, расписывали какие-то там ну, росписи или там, работали в рекламе, делали клипы, например, в клипах. Много работала. И это действительно неприятно потом это видеть, этот продукт. Ну, я думаю, что нет. Ну, халтура – это, мне кажется, очень субъективное отношение к своему продукту. Что это, да, я схалтурил, там, как бы, или ты сделал халтуру. Это очень субъективно. Ну, недостаточно хорошо. Когда ты знаешь наверняка, что ты сделал, это недостаточно хорошо. Или пошел на какие-то уступки. На самом деле, в Киеве, Киевская академия каждый год выпускает энное количество художников. Государству такое количество художников не нужно. Эти художники должны где-то зарабатывать, понятное дело. Производить какой-то продукт. И в основном это некачественный продукт. Это тоже как бы вопрос, что такое искусство, а что такое там, просто мастерство. А? Да, первая история. Я как бы начала как раз это все снимать. Я делала заказ вот, одной галеристке, которая действительно является директором, сейчас уже, может, и не является, арт-центра, которая заказала мне сделать садовую скульптуру. Вот, и потом сказала, ты можешь прислать свое CV и подписать ее. Вот садовую скульптуру таких собачек просто разрисовать, которая будет продаваться по $100 в сад. Как бы прислать свое CV и подписать. И, конечно, я решила про это снять первый ролик. Все? Еще вопросы? Ой, не сейчас. Ну, есть, но они все пока что не реализуются.
Пока что я работаю как, больше как самостоятельный художник или вот с группой «Передвиж» или там еще с какими-то активностями ДНД. Немножко с другими. Да. Я бы сказала, акции, да. Вот мы ведем блог «Передвиж». Там можно посмотреть, там, по-моему, задокументировано 5 проектов. Еще несколько я доложу в ближайшее время. А на Тумблере, да. Можно посмотреть у меня на странице, там есть адрес Тумблера. Тумблер «Передвиж», так и пишется «Передвиж» английскими буквами. Вот. Все. Не за что.